Сбер заявляет о росте арабского направления в этом году. В Абу-Даби была зарегистрирована дочерняя компания Сбербанка. Она будет заниматься развитием финансовых инструментов в соответствии с принципами шариата и напрямую выстраивать отношения с партнерами из Ближнего Востока. Кроме того, была запущена платформа, с помощью которой можно сделать благотворительный платеж в пользу малоимущих мусульман. Подробнее читайте в наших новостях.